Проверка силы, ловкости и выносливости. Дагестан поддержал всероссийскую акцию «Отцовский патруль. Мы готовы». Накануне в Махачкале в зале центра волейбола родители и их дети сдавали нормы комплекса ГТО. Все подробности у Курбана Рагимова. Прыжки, отжимания и упражнения на растяжку. Акция собрала около сотни махачкалинцев. Участвовали как дети, так и взрослые. Чемпион мира по вольной борьбе Курамагомед Курамагомедов уверен, в пропаганде физкультуры и спорта важен личный пример. На самом деле эта акция всероссийская, отцовский патруль, она дает большой импульс развития спорта, развития массового спорта. Я почему пришел своим сыном? Потому что становление человека, становление спорта, вообще родители сами решают многое, чтобы дети занимались спортом. Я сам знаю, как отец всегда приходил, поддерживал меня, мама всегда поддерживала, потому что и разбудить на тренировку, покушать, вовремя спать, режим делать от родителей, в первую очередь, зависит, потом уже тренер занимается. Не каждый становится чемпионом, но следить за здоровьем должны все. На тестирование проходили целыми семьями. Участникам фестиваля предстояло сдать по 4 норматива, но для получения значка отличия ГТО требуется вдвое больше. Поэтому все результаты, полученные здесь, судьи вносят в протокол. И они будут зачтены при дальнейшем выполнении комплекса. Наша задача сейчас – это показать пример и дать вот такой импульс, чтобы люди запомнили самую главную вещь. Что для простых вещей воспитательных не нужны какие-то здания, цифры, указы, законы или что-то. Для этого нужен личный пример родителя. Вот пока я сама не возьму своего ребенка и не приведу его в спортзал, пока я сама вместе с ним не выйду на пробежку или хотя бы просто на прогулку, да, очень сложно объяснять теоретически ребенку, что не надо курить, что нужно заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. Семьи, показавшие лучшие результаты, были награждены медалями, грамотами и кубками соответствующих степеней. В рамках акции планируется проведение мероприятий и в других городах и районах республики. Присоединиться к ним может любой желающий. Курбан Рагимов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.